Хей, йо, гайс, вами Мишемики, мы продолжаем радиотюр по названию Кастельвания Гармония Диссонансом. Ну что, короче говоря, мы получили амулет, с помощью которого откроем дверь наверху. Поэтому пауза, и я около двери. Вот эта дверь. Так. Тыкс. Браслет. Тык. Готово. О, водичка. О, сюрикен стоит. Сюрикен мне не нужен. Ну ладно. Ну как-то наверх можно попасть. О, еще карточка, один, еще один портал и еще один босс. Ух ты ж, ё. Так, предмет. А какую карту получил? По идее это да. Преклоните колено перед Рундтом, чтобы его отвезли в Дитернаут Млау. В другое место. Преклоните колено перед круглым гетто, которое нужно перенести в другое место. Некоторые заклинания можно произносить несколько раз. У красной книги и кинжала есть общая тайна. Вот когда найду, да, тогда узнаю тайну. Босс. Так, ладно, если что, хилки у меня есть. Азузу! Так, стоять. Спиценлук. Так, предметы. Point. Все, Пазузу! Убит. Тихо. Види. Джаст? Это реально ты, Джаст? Ты в порядке? Я беспокою... А, стоп, это еще вопрос. Джерибл. А ты в чем? Ты ранена? А, я в порядке, Максим.
уложил меня в безопасное место отсюда. О, я вижу. Разве он не пришел с тобой? Максим ждет нас снаружи, я думаю. Эй, что случится с человеком, который привел меня в это место? Вы имеете в виду, что вы не знаете, кто это был, что происходит потом? Пока Максим не пришел мне на помощь, мне не завязали глаза. Понятно. Ладно, давай попробуем выбраться из этого места. Да, пошли. Так, вот где ты спряталась. Он тоже смелый человек. Нет! Лидия! Я возьму эту девушку себе. Нет, Джаз, спаси меня! Черт! После этого я должен поторопиться. Спешл бук. О, найс. Я скоротку открыл. О, найс. Поушен. Типа я сюда должен прийти в виде... А, стоп, я здесь еще не был, кстати, да. В настоящем. Интересно, а там больше другой, да, будет теперь? Единственное, я не был, это здесь, этим челом. О, тут костляк. Мистическая роба. Вот, кстати, нож. Special book. Я не понял. Что-то мне хотят? Что мне теперь не нужен этот нож, потому что... Хотя... Ветер использую. Книга ветров. Сохранение. Я подумаю, что тогда здесь закончим на этом. О, я думал его ваншотнул. Нифига себе, он живучий. Я думал, я его ваншотчу. Оказывается, нет.
То есть это тоже была торговка, значит. Так, мы увидели снова. А, давай, что у тебя есть? Купить. Sacred Fist. Кровавая ладонь. О, вон, там же нарисовано, что мне дают. Хорошо увеличит урон. Еще лучше увеличит. А это защита. Я думаю, это мне, в принципе, не надо. Так, ну я понял, что я картину нашел. Ой, надоели. Босс? Давайте тогда на этом закончу, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.